вечеру вытащим. А кто вас будет вытаскивать из этой истории? А вы, извините, кто будете? Товарищ. А я, товарищ председатель комиссии по вашему бегемоту. Достаточно? Почему он у вас утонул? Григорий Иванович, неопытный водитель-механик сошел с трассы. Болото же. Не надо. При чем тут болото? Вы же сами прекрасно понимаете, что этот танк ни к черту не годится. Тогда на кой же черт вы его делали? Григорий Иванович, будем справедливы. Товарища Кошкина совсем недавно назначили вести этот проект, и то в связи с болезнью товарища Войцеховского. А меня не интересует, кто у вас здесь болен, а кто здоров. Почему двигатель захлебнулся? Перетяжелили? А вы что, сами не видите? На узкую гусеницу навесить многотонную броню. Опорные катки летят, не выдерживают. Уже при скорости в 30 километров двигатели сдают. Ясно одно. Нельзя взять схему и двигатель легкого танка, навесить на него броню тяжелого, чтобы в результате получился новый танк, средний. Это ошибка. Чья? Моя. И вы полагаете, что вы имеете право на такие ошибки? А почему бы и нет? В танкостроении пока мы все самоучки. Ищем, работаем. Это вы называете работой? Мне говорили, что вы прежде в директорах Вятской кондитерской фабрики ходили. Да, я был кондитером. И знаете, неплохим. Как же вы попали, конструкторы? Меня направили в Ленинградский технологический институт в счет партыщи. Это, кажется, вас еще студентом рекомендовал на работу в ЭТКБ товарищ Киров. В данном случае это не имеет никакого принципиального значения. Какова ваша личная доля в проекте этого крейсера? Я принял КБ. И всю ответственность беру на себя. И прошу не искать других виновных. Ну что ж, будем считать, что это действительно ваша первая и последняя ошибка. Надеюсь, пока я в числе других занимаюсь вооружением РКК, больше с вами не встречаться. Занимайтесь публиками, товарищ Кошкин. И считайте, что легко отделались. Ну, что делать будем, Михаил Ильич? Thank you.
Огорошили, Миша. Огорошили, дорогой. Но ведь проект не вызывал совершенно никаких сомнений. Я устал, Семен Семенович. Скажите откровенно, а неужели вы не предполагали, чем все это дело кончится? Во всяком случае, для меня, болотом. Я не понимаю. Я не понимаю, о чем вы говорите. А чем вы больны, Семен Семенович? А, что-то нудное и очень сложное. Обойдется, Миша, обойдется. Поверьте моему опыту. Мы, инженеры, в силе. Потом, если правду сказать, нас, танковых конструкторов, по пальцам можно сосчитать. Какая гадость. Прошу. А хотите, я скажу, чем вы больны? Нотишь. Вы больны страхом. Страхом неудачи. Интересно. Я слушаю вас. Видите ли, Семен Семенович, я пришел к вам в КБ как ученик к учителю. Мне казалось, что вы не можете ошибаться. Но вы давно уже знали, что на этот раз получился прокол. Что конструкция была мертворожденной. Да, мертворожденной. И когда вы убедились в этом, вы просто взяли и ушли, тем самым поставив под удар меня. Ну, хотя внешне выглядело все пристойно. Рост кадров, выдвижение молодых. Если вы не заметили изъяна в проекте, значит, вы плохой инженер, Миша. Я жалел вас, Семен Семенович. Я думал, что вы просто устали, что вы выдохлись, что я смогу спасти ваш танк. Скольких трудов мне стоило добиться того, чтобы он хотя бы сдвинулся с этого проклятого места. Для того, чтобы он не сдох на первом же километре. Вы что, осуждаете меня? Нет, я вас не осуждаю, но я понял. Поняли. Понял, что в нашей профессии нельзя никого жалеть. Сегодня ты пожалел товарища по профессии, а завтра... В бою ни в чем не повинные люди собственной кровью будут расплачиваться. Нельзя никого жалеть и в первую очередь самого себя. На глазах просто растете. Горжусь вами, рад за вас. Не надо, Семен Семенович. Вы знаете, а я сегодня вас ждал на трассе в болоте. Я думал, что вы все-таки придете. Зачем? Послушайте, Миша, нельзя же быть таким прямолинейным. Дуняша! Да, Семен Семенович. Чайку нам. Хорошо. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте, Дуняша. Ой, Миша, Миша, друг вы мой дорогой, как и в каждом деле, у нас тоже есть свои стратегии, тактика. Фу. Ну, как вы не можете понять? Вот вы имеете право на ошибку, я нет. Вам могут простить все, мне ничего. Почему? Почему?
Почему? Всем ведомо, вы инженерно молод, новичок, вы движенец. Но не только это, вы участник гражданской войны. Вы были ранены, вы где-то под Старицыным строчили из пулемета. Да не строчил я. Но это мелочи. Все это мелочи. И вы потом бывший член какого-то вятского губкома. Потом вы же партиец. Вам партия приказала стать инженером, конструктором. Вы им стали. Ну, вернее, будет сказать, становитесь. А кто я такой? Кто я такой? Почти старик. Достаточно сложным прошлым. Я, знаете ли, нужен тогда, когда вас нет. Ну, а теперь-то вы вернетесь в КБ? Безусловно. Безусловно. Ясно. Значит, я мордой об стол, а вы на белом коне. Миш, ну зачем? Это же слишком, Миш. Я же всегда подчеркиваю. Я всегда подчеркивал, что у вас есть дар, Миш. Я даже больше скажу, у вас талант. Нет, ну я удивляюсь. Вы знаете, у вас... Вы как-то... Вы можете одним взглядом охватить всю конструкцию. Хватит, Семен Семенович. Я вас очень прошу, верните мне мои чертежи. Ну что ж. Я сейчас принесу. Вы простите меня, Михаил Ильич, но ваш собственный проектец, ваши наброски, все это очень сыро. Очень сыро. Конечно, если бы вы пожелали, я мог вам помочь. Нет, я сам. Жаль. А вы не боитесь? Ведь конструктор имеет право на ошибку только один раз. Ошибки не будет, будет танк. Выслушайте мой совет, Михаил Ильич. Бросьте все это дело. Бросьте, пока не поздно. Инженер из вас может получиться неплохой. Конструктор никогда. Это не только математика. Это что-то еще в самом человеке. У вас этого, Миша, нет. А чай, Михаил Ильич? Спасибо, Танюша. Миша! 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 Послушайте меня, вам будет очень плохо. Миша, очень плохо. Ну что ж, ты помнишь наши встречи в Приморском городе на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан в цвету, а нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как... Ох, и замерз я на этом полигоне. Морозище. А по-моему, Григорий Иванович, это не занятие для вас лично рычагами ворочать. А, ну уж, брат, пробовать на зуб так пробовать. Ну-ка, что у нас там на сегодня? Спасибо. Так. Давай, читай. Так, список образцов новой техники. Нужно заказывать пропуска на показ на 17 марта. Что, показываем в Кремле? Так точно. Читай. КБ конструктора Кошкина с Южного завода. К показу готово. Погоди-ка. Ну-ка, дай. Когда-то я думал, что больше с этим человеком мне встречаться не доведется. И вот опять Кошкин, а?
На показе его танка настаивает наркомат машиностроения. Считает, машина готова. Вот так будет лучше. Подождем. Отправь телеграмму от моего имени. И уж завод. Директор. Копия начальника отдела перевозок. Есть, Григорий Иванович. Товарищ наркома, майор Гаевой по вашему приказанию прибыл. А, Павел. Прекрасно. Вот именно ты мне и нужен. Здрасте, Михаил Ильич. Здрасте, Ирина Петровна. На вокзал. На вокзал. И побыстрее. Михаил Ильич! Все! Все, Михаил Ильич, не дали! Что не дали, кто не дал? Почему ты здесь? Почему ты не на станции? Ты же должен сопровождать. Что я должен сопровождать? Что, Михаил Ильич? Как что? Танки! Да другие танки ушли. Подожди, подожди, где машины? Да я же говорю вам, ушел эшелон на Москву. Погрузили, только не наши легкие, а наши опытные остались. Как остались? Так, запретили грузить. Кто запретил? Директор завода. Кто? Сказали, директор завода. Что делать-то будем, а, Михаил Ильич? Что все это значит? Ты успокойся, Михаил Ильич. Садись. Ничего, я постою. Отменили отправку танков. Понимаешь? Ничего. Покажем в мае, в июне, через полгода. И все. Нет этих у меня полгода, нет. Ни у кого из нас их нет. За кресло свое боишься. Эх, Иван. Ваня. А вот про кресло не стоит. Вот. Телеграмма из наркомата обороны. О, интересно. Так, отправку танка Т-34. Правительственной комиссии. А также выезд конструктора. Это меня, значит, да? Москву категорически запрещаю. А, товарищ Рогозин, скажите, пожалуйста, а там никакой другой телеграммы насчет того, что меня по боку отсюда нет? А? Нет. Тогда простите. Кому? Начальнику военных перевозок. Ничего. Если даже вечером погрузимся, успеем. Пусть не спецэшелоном, к любому товарнику подцепимся. Алло! Напрасно беспокоитесь, товарищ Кошкин. Кто это? Товарищ Гаевой. Только что прилетел из Москвы. Спецуполномоченный наркомата обороны. Григорий Иванович уже звонил. Просил принять. Не понимаю, как вы долетели в такую погоду. Раз приказано, долетел. Телеграмма послана в два адреса. Директору завода, вот нему. И копия начальнику перевозок. Тому самому, которому вы звонить собираетесь. Извините, не понял. Сейчас поймете. На седьмом? Хорошо. Хорошо, сейчас иду. Не ершись, Михаил. Позвольте уточнить. Наркомат определил вам срок сдачи танка Т-34 и количество машин 11 единиц. Есть они у вас? Пока только две. Понятно. Но о причинах можете не говорить, я их знаю. Из Карелии, из фронта на ваш завод поступает танковая техника для ремонта, цеха перегружены. Так... Простите, товарищ майор. Скажите, а как мне расценивать ваш приезд?
как недоверие к машине или недоверие ко мне лично? Доверие, товарищ Кошкин, на гусеницы наматывать надо. А вот данные. На сегодняшний день сколько пробега у ваших 34-ок? По 1000 километров. На каждую. А полагается по инструкции. По 3000 километров. На каждую. Никто не позволит вам вводить в заблуждение самые высокие инстанции, затевая показ машины, которая не прошла нормальные заводские испытания. Ну что там, ребята? Да непонятно. Спец какой-то прибыл из Москвы. Ну? Танкист. А, танкист? Ну так чего ж, должен понимать. Что ж теперь, товарищи? Было ведь как праздник. Да ладно тебе, паникерша. Ну что, чижики, отрезали вам крылышки? Москва слезам не верит. Обещаниям тем более. Слушайте, Михаил Ильич едет или нет? Поезд уйдет. А его поезд, кажется, уже ушел. Ох, и злой человек, товарищ Степан. А начальники производства добрыми не бывают. Должность такая. Доброе утро, Михаил Ильич. Здрасте, Антон Павлович. Нет, Павел Иванович, никаких гостиниц. Мой дом, твой дом. Ну. Жена будет очень рада. Ты знаешь, я ей много рассказывал о нас. О детдоме, о рабфаке. Ты хоть коммуну-то нашу помнишь, а? Ну, пошли, пошли. Погоди, успеете. Слушай, Антон, ты мне вот что скажи. Что это за человек ваш Кошкин? Понимаешь, Рогозин требует повторить все заводские испытания. Еще раз. В моем присутствии я прикинул это 3 месяца. С ним работать-то хоть можно? Что тебе сказать? Ну, кто я такой? Ну, какой-то начальник производства. Ну-ну-ну. А он кто? Главный конструктор. Творец. Ну, пошли. Галина ждет. Пошли. Погоди, 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 погоди. Я еще такого ни разу не видел. Башня какая-то странная. Вообще... любопытная геометрия. Лобовая броня с наклоном. Следовательно, по идее, снаряд, попадая под углом, должен срабатывать на рикошет. Вы сами-то бронебойными пробовали? Обстреливали? С каких дистанций? Ну что ты молчишь? Вот что, Паша. Тебя зачем сюда прислали? Разбираться? Ну и валяй. А мое отношение к этому, мое личное отношение. Ну, все-таки. Ты же специалист, да еще какой. Вы меня простите, Михаил Ильич. Но я ничего не понимаю. За что же нас так? Да это не вас, это меня. За старые грехи плачу. Видно, помнит еще мой завал в Ленинграде. Это когда вы свой первый танк утопили? Это я не танк, а что-то больше утопил. Ну, бросьте, Михаил Ильич. Какие-то недотепы приварили вам клеймо неудачника. Неудачника? Да, но мы-то ведь знаем, правда. Ведь все знают, что это неправда. Эх, Маринка, Маринка, при чем здесь я?
Ну при чем здесь я? Они же машину грубят. Ей не доверяют. Что такие невеселые? Случилось что-нибудь? Прошу внимания. Значит так. Вот это мы. А вон там Москва. Что это значит? Необходимо это для пробега 1000 километров. Условия? Условия прекрасны. Бездорожье, снег, мороз. Что из этого следует? Из этого следует, что в Москву мы пойдем своим ходом. Как своим ходом? А вот так. А поведет кто? Ты. Я. А что и я? Мы. Ура! Потом в Москве ура крикнешь, если дойдем. Так. Отходим завтра в 4 утра. Танки надо замаскировать, чтобы никто не понял, что это такое. А теперь к делу. Первое горючее. На чем везти? Как? Сколько? Ну, какие будут предложения? Хороший охотник не торопится, зато с удачей возвращается. Ты с ума сошел! Но это не только моя машина, но и твоя! Наша, всего завода! Что я сообщу в наркомат? Я еще главный конструктор или кто? Надолго ли? Иван, ты что, боишься? Ты понимаешь, что творишь? Вывести за ворота завода секретную технику и гнать ее через всю Россию! Ночами пойдем, полями, проселками. Маскировка будет отменная, сам проверишь. Да за то, что я тебя выпустил за ворота завода, меня обвинят в головотяпстве. Это в лучшем случае. Ты пойми, что в жизни бывают такие ситуации, когда мы не имеем права думать о том, что с нами будет завтра. Ты же знаешь, как нам досталась эта машина. Без утвержденного проекта. На одном энтузиазме. Люди мечтали, люди работали по ночам. Они работали, они понимали. А ты что, не понимаешь? Мы не имеем права ждать. Это не только моя машина, но и твоя. А завтра что? Чем мы Гитлера встретим? Что я Гайвому скажу? За ним Рогозин, вооруженцы, армия. Что ты от меня-то хочешь? Мудрости, Ваня. Мудрости? Мудрости. Угу. Ты же мудрый человек, да. Иван. Надо промолчать. Всего одну ночь до утра. Иногда высшая мудрость состоит в том, чтобы промолчать. Что-то я не вижу, чтобы ты... Сам следовал своим советам. Оставь меня в покое! Иван, мы же коммунисты. Мы должны быть диалектикой. Обойдем мы их на день, на час, мы же выстоим. Опередят они нас на миллиметр брони, на лишний килограмм горючего, на лишний снаряд в боезапасе и нам крышка. Ну, не крышка. Кровь потери. Говорил мне когда-то Серго. Умный, мол, Кошкин человек, интеллигентный, воспитанный, легко будет работать. И это называется легко.
Запасные аккумуляторы возьми. Сам знаешь, мало ли что. Вань. И все. Я уже взял. Посмотрит другой. И все. Давай, неси перо. Ты что сегодня какая-то не такая, Галь? Такая, не такая. Взялась помогать. Да, повезло тебе, Паша. Повезло. Но мы ведь тоже не лыком шиты. Ведь вы в Испании на наших БТшках воевали. Ну а как же? Это же мы их клепали, мы их клепали. Начальник производства такого завода, это, брат, не шутка. Так что я на судьбу не жалуюсь. Жалуешься? Галя, ну зачем же так? Ведь Паша, черт знает, что про меня подумает. Ой, извините, пожалуйста, у меня там чайник. Я, Павел Иванович, сижу в заводском медпункте. И к вашим броневым делам имею отношение косвенное. Но я хорошо знаю своего мужа. Да, я его знаю, может быть, даже лучше, чем он сам себя. И вы должны. Так вот, знаете, все, что сказал или скажет Антон Прокошкина, это несерьезно. Почему? Он ему просто завидует. Кто, я? Да. Я? Ты до сих пор не можешь примириться с мыслью, что его назначили главным вместо тебя. Ты уже поздравления принимал. Он уже табличку приготовил. А, Степай. Ну, было, было, ну, было. Но самое грустное в том, что мой муж так до сих пор и не понял, что иначе и быть не могло. Да брось ты, могло, не могло. Просто это наша привычка. Искать гениев на стороне варягов. Другим ничего. А ему целое КБ. Фактически целый завод на тарелочке. В таких условиях любой прогремит. Нет, не любой, Антон. Ты прекрасный, дотошный и напористый исполнитель. Но тебе всегда надо за кем-то идти. Тогда у тебя все в порядке, все в норме. А он... Ну, за ним идут, понимаете? За ним. Вы извините. Просто по заводу слух прошел, что вы приехали новую машину закрывать. Ну, а если машину, значит, и Кошкина. Я вижу, Галина Юрьевна, вы как-то слишком близко принимаете к сердцу все, что касается главного конструктора. Ага, принимаю. Знаете, когда он приехал, как-то все переменилось, продвигалось, забурлило, что ли. Стало трудно, но интересно. Я в танках мало разбираюсь, но я просто слушаю, что говорят о человеке, смотрю на него. Главное, когда есть цель, смысл жизни, работы. Наверное, он не очень замечает людей, которые с ним рядом. Но ведь люди за ним идут. По-моему, это самое главное, когда есть человек, за которым можно идти.
Миша. Не надо. Я же знаю. Не спишь. Сплю. Как бы я хотела, чтобы ты проспал и опоздал на поезд, и чтобы в Москве все обошлось без тебя. Без меня не выйдет. А тебе надо ругать на счастье? Ругай, не помешает. А ты помнишь, как мы жили в Вятке? Так было спокойно, тихо. Не надо, Вера, не надо. Почему? Потому. Я у тебя кто? Талант. Поэтому терпи. Я терплю. Смотри, за куст зеленый дорожись теперь собой, и ставит мой заряженный черный волк. Я не твой. Пистолет мой заряженный. Паш.
Эхо черный ворон. Что? Ты женат? Ну и умница. Синицы. А, галстук-то чей? Каменицкий дал. Ну, а шляпа? А шляпа папина. А, вы куда собрались? В Москву. Что, фокстрот танцевать? Михайлович, так это же Москва. А ну, переодеть его быстро. По машинам, товарищи! Что такого? Ну что? Михаил Ильич. Нет, Маринка, ты останешься здесь. На связь. Понимаешь? Ну. Иди. Военпред, Ходжиков, ты что? Перед такой дорогой надо говорить добрые слова, Михаил Ильич. Таков обычай. Опаздывать изволите, Галина Юрьевна. Где медикаменты? Вот здесь. Все, что понадобится, здесь. Хорошо, чтобы это не понадобилось. Да, конечно. Где ваш Антон? Майор Гаевой у нас в гостях. Хороший это обычай. То есть? В гости ходить? Не знаю. Ну, я пойду. Обязательно. Ну, Иван. Не пуха. К черту. Thank you.
Ваш наркомат машиностроения, Александр Николаевич, покоя мне не дает с этим кошкой. Побалуемся-ка чайком. Прошу. Володя мой, мастак по части заварки чая. Молодец. И все-таки, Григорий Иванович, я хочу знать, почему вы запретили показ танка Т-34 в Кремле? А потому и запретил, Александр Николаевич, что в Кремле. Наш наркомат представляет средний танк конструктора Кошкина. А вы знаете, мне ведь все равно, кто конструктор. Кошкин, Мышкин. Ну да. У вас с конструкторами всегда были, ну, мягко говоря, сложные отношения. Я знаю Кошкина. Он нетерпелив. Ему, наверное, как каждому конструктору, кажется, что лучше его машины нет и не бывало. Так действительно, лучше не бывало. Возможно. Но я не имею права на показ в Кремле. Машине, которая не прошла всех положенных испытаний. Григорий Иванович, лучший полигон для танка – это бой. Вы считаете, что Т-34 не прошла испытаний, но Кошкин тоже так считает. Поэтому он хочет, чтобы обе машины 17 марта из Москвы попали на Карельский фронт. В огонь, в снег, в болото. Машина, которая не имеет полного объема испытаний, для меня не существует. Григорий Иванович, возьмите, пожалуйста, трубку. Там майор Гаевой с Южного пробивается. Слышимость скверная. Алло, алло. Это какой Гаевой? Прирожденный танкист. Горел, в лобовую на таран ходил. Вот ему я верю, как самому себе. Алло, алло. Да, я. Кто? Кто позволил? Молодец. А вы где были? Так. Ну вот что. Догнать и вернуть. Немедленно. Авантюрист. Он что, в истории хочет на своем танке въехать? Он у меня въедет в историю. Слушаю вас. Ты что, рехнулся, Иван? Что случилось, Григорий Иванович? Я тебя спрашиваю, ты с ума сошел? Я все обдумал. Назад пути нет. Я найду тебе дорожку. Кошкин 17-го будет в Москве. С танками. О Кошкине не беспокойся. Бери документацию, степаря и немедленно ко мне. И учти, Иван, вся теперь ответственность ложится на тебя.
всей грады небосклоном, даже старые клёны цветут. Можно быть очень важным ученым и играть с пионером на круг. Как же тот друг тату, старый клён и в цвету, почему растолкуйте вы мне? Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране. Внимание! Раз! Иннокентию Синицыну ура! Ура! Товарищи, вы хоть когда-нибудь спите? О, доктор пришел! Угощайтесь, Галина Юрьевна. Да берите, берите. Вы что думаете, это просто бублики? Это совсем не просто бублики. А почему? Наградные, Галина Юрьевна. Я ж у нас сегодня очень трудный орешек раскусил. Вы уж извините, я тут за стенкой сижу. А у вас так весело. А мы заметили, соседка у нас. А в медпункте у нее тихо и скучно. Ну вот, наконец-то и зашли. Представьте, Галина Юрьевна, вот спит сейчас в своей Германии создатель танка, великий несравненный Порше, и даже не представляет, что вот здесь вот какие-то типы не спят. И ему большую неприятность готовят. Здрасте. А я-то ее ищу по всему заводу. Ну что, вашим добровольцам уже медицинская помощь понадобилась, Михаил Ильич? Да нет, я просто так зашла. Все в игрушечки играетесь. Ну как же так? Нашумели, накричали, наш танк, наш танк. А где он, ваш танк? Этот, что ли? Почти. Черт, ты что. А вы что, всерьез надеетесь увидеть это в металле? Thank you.
Где же все-таки мне их искать? Сидят ведь где-нибудь. А вы уверены, что сидят? Думаете, идут? Бровость. Ни одна машина по такому бездорожью и при таком морозе 100 километров не пропашет. Двигатели застынут, и все, баста. Где же, черт побери, мне их перехватить? На вашем месте я бы вообще не искал. Но в Москве уж разберутся, кто прав, кто виноват. Я или... Степань. Я-то здесь при чем? Я вообще ничего не знал. Ну как же так? Неужели супруга тебе не сказала, куда она собралась? Нет, я понимаю твой юмор. Я-то понимаю. А вот интересно, как ты в Москве перед Рогозиным улыбнешься. Нас же в Москву вызвали со всей документацией по 34-ке ничьи распевать. А что, собственно, происходит? Вот товарищ Гаевой, представитель заказчика, заявил, что доверие надо на гусеницы наматывать. Правильно, Павел Иванович? Да. Вот они и наматывают. А если серьезно, 17-го танки должны быть и будут в Москве. Я в это верю. Вроде тракторов. На гусеницах 3. Нет, не видела. Тогда придется вам здесь подождать. Другого переезда нет, через рельсы не пойдут. Благодарю. Здравствуйте, Нюра. Здравствуйте. Может так случиться, что мне тут у вас денька 2 переждать придется, не возражаете? А я разве против? Грейтесь, проходите в мою будку. Благодарю. Располагайтесь, а я сейчас чайку поставлю. Юрок! Ну и что все это значит?